И сразу конкурс. Называется он «Подбери песню». Итак, условия этого конкурса. Вам необходимо, сейчас вас преподнесут рисунки. Вы выбираете, пожалуйста, любые три рисунка, которые вам дают. Так, берете подряд. Ваша задача пропеть песню, на которой есть предмет, изображенный на этом рисунке. Песню, где есть слово, изображенное на этом рисунке. Ясно? Понятно, да? Значит, по три рисунка. Оценивается этот конкурс по пятибалльной системе. Притом, учитывается первое. Сам ответ, правильный, точно он или нет. Второе. Исполнение зала, как вы сможете подключить зал. Третье. Вокальные данные ваши. Итак, еще раз повторяю условия конкурса. Пожалуйста, рисунки. Пожалуйста, отдавайте им рисунки. Да-да-да, пожалуйста. Прям. Да-да. Ваша задача – исполнить песню, где есть предмет, изображенный на рисунке. Зрители, вы поняли? Прекрасно, значит, они тоже поняли. Смотрим рисунки, не советуемся. Пожалуйста, шире встали. Шире встали. Шире встали. Номер первый начинает. Так, пожалуйста. Так, внимательно так, чтобы вас камера видела. Пожалуйста. Показывайте рисунок и начинаете исполнять песню. Подключаете зал. Ясно? Показывайте рисунок. Пожалуйста. Всем покажите. Понятно, да? Самолет, да? Пожалуйста. А ты прислушайся, летят, летят самолеты в тишине ночной, и, раскрываясь, купола шуршат над уснувшую землей. А ты прислушайся, ну повторяйте все вместе. А ты прислушайся, летят, летят самолеты в тишине ночной, и, раскрываясь, купола шуршат. Хорошо, надо было сначала слова им сказать. Так, пожалуйста, показываем этот рисуночек. Всем показываем, это же цирк. Так, внимательно, поем. Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там, где вековая лежала пыль, свой ли заставил автомобиль. Но почему не подпевает никто? Это уже потом жюри скажет на это. Так, пожалуйста, третий. Так, пожалуйста, показываем. Что это? Теплоход, пожалуйста. Теплоход или корабль? Можно да, любой. Кораблик детства уплывает с детства. Белые большие трубы скошены назад. Дайте наглядеться, на прощание наглядеться. Дайте мне наслушаться, как они гудят. Она мне не дает микрофон, это хорошо. Пока, говорит, не выскажусь. Так, все снимаем. Понятно, спасибо большое. Так, пожалуйста, жюри, пожалуйста, оценку. Номер один, пожалуйста. Так, четыре, пять. Пожалуйста, запишите эти оценки. 4, 5, 4, 5, 5. Пожалуйста, запишите оценочки, чтобы потом разногласий у нас не было. Ясно, записали? Пожалуйста, вторая участница. Так, пожалуйста, смотрим. Можно? Пожалуйста. Посмотрите внимательно. Белая Панама исполняет Алла Пугачева. И я. Помогайте мне. Белая Панама. Белая Панама, помнишь ты ее мне, одевала мама. Пойте, пойте со мной, а я была упряма, всегда была упряма, но ты признайся, мама. Почему молчим? Мне не шла Панама. Спасибо. Так, второй рисунок. Не подсказываем. Посмотрели, да? Надеюсь, уже это будете со мной вместе. Решай рисунки, я возьму. Можно. Ягода малина нас тебе манила.
Ягода малина летом гости звала. Как мелькали эти искры на рассвете. Ах, какой сладкой малина была. Пожалуйста. Пожалуйста. И последняя картинка. Я слова этой песни не знаю. Желтые ботинки исполняет Браво. Так, значит, вы отказываетесь петь эту песню? Кто-нибудь из зала может мне помочь? Может быть, кто-нибудь споет? Пожалуйста. Ах, эти желтые ботинки шагают быстро по асфальту. Будем считать, что помогла, да? Ну, все уже подругами стали, да? Отлично. Так, пожалуйста. Показываем так, чтобы видели все. Ясно? Хорошо. Ну, корова это, да, я так понял? Итак, 33 коровы, 33 коровы, 33 коровы, новая строка. 33 коровы, стих родился новый, как стакан парного молока. Спасибо, вторую. Показываем. Так, пожалуйста. Я мозаику сложу из разбившихся зеркал, свой куплет я снаряжу, дальний путь воспоминания. А дальше я не знаю. Еще раз уйти, чтобы вернуться. Еще раз закончить, чтоб начать. Понятно. Спасибо. Последнее. Леонид Григорьевич, вы забыли про жюри. Нет, нет, подождите. Второй исполнителя. Да. Ничего, мы дадим ей допеть. Допеть мы ей дадим. Так, пожалуйста. Мы с тобой знакомы, незнакомка, и не зная обо мне. Ты ко мне приходишь, незнакомка, но пока что лишь во сне. Так, спасибо. Пожалуйста, жюри, номер два, оценку, пожалуйста. Четыре, 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 три, четыре. Номер два. Пожалуйста, номер три, оценка. Номер три. Так, пожалуйста, еще раз. Стоп, стоп, стоп. Так, еще раз. Точно? Вы уверены, да? Прекрасно. Четыре, 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 три. Пожалуйста. Где-то в городе далеком детстве я жила с подругой по соседству. Длинные волосы цвета пшеницы. Королева, королева, ах, королева. Алло, о-о-о, алло, о-о-о-о. Как это странно происходит. Как море парусник уходит, так постепенно дни проходят нашей мечты. Я слов не знаю так. Карабас-барабас, жизнь моя сплошная мука. Карабас-барабас, я так устала от этих кукол. Карабас-барабас, одно и то же тысячу раз. Карабас-барабас. Так, спасибо, пожалуйста, номер... Номер четыре. Пять. Так, пять, пять, четыре, пять, четыре. Пожалуйста, последняя участница. Так, пожалуйста. Так, понятно, да, что это? Телевизор.
Здравствуйте, товарищи! Начинаем программу телепередач на завтра. Завтра вы увидите то, что никогда не видели. Это будет завтра. Дальше. Две звезды, две светлых повести моей любви, как невесомости. Два голоса. В небесном храме звезд венчание. Обезьяна встала утром рано, обезьяна шла без чемодана, обезьяна съела два банана, обезьяна. Пожалуйста, жюри. Пять, четыре. Ну что ж, дорогие друзья, следующий конкурс, пожалуй, будет самый для девочек трудный. И в то же время они в этом конкурсе себя проявят, я надеюсь, продемонстрируют. Модели, которые любезно предложила нам швейная фабрика номер 2. Ну, как вы уже поняли, следующий конкурс – модельеры и манекенщицы. Ну, а пока мы с вами посмотрим выступление художественных коллективов города. Пожалуйста, девушки, готовьтесь. Thank you.
Для вас выступали художественные коллективы города. Ансамбль «Феерия», ансамбль «Ритмы детства» и ансамбль «Эксперимент» Республиканского дома учителей. Ну а мы продолжаем наш конкурс. Следующий конкурс, как я уже говорил, называется «Модельеры и манекенщицы». Задача девушек – продемонстрировать модель, как я уже говорил, опять же, любезно предоставленную швейной фабрикой номер 2 города Ашхабада. Продемонстрировать эту модель, то есть пройти как манекенщица и подойти к микрофону, рассказать предназначение этой модели и подобрать, она уже подобрала, бижутерию к этому костюму. Итак, назначение костюма, для кого он предназначен? Пожалуйста, обязательно. Прошу музыку. Итак, пожалуйста, значит, участница под номером 1. Понятно условия конкурса, да? В ее задачи входило продемонстрировать модель и подобрать бижутерию. А теперь, пожалуйста, рассказ. Интерес к молодежно-спортивной моде растет с каждым годом и никогда не пропадает. Мой комплект, продемонстрированный мною, это комплект принадлежит к такому разряду молодежно-спортивная мода. Вы смотрите, юбка синяя, сделаю полоску, свободного покроя, покроя Татьянка. Кофта прямого покроя, заниженная пройма, украшена лацканами. Этот костюм удобен, свободен, особенно в жарком климате Туркмении. Он, такой костюм вы можете приобрести в магазинах города Ашхабада недорогой стоимости 14,70. Сколько рублей, повторите? 14 рублей 70 копеек. А вместе с бижутерией? Ну, вместе же с бижутерией будет рублей 17. Так, значит, ваш выбор бижутерии не случайен, да? Случайен, да. Бижутерия сейчас особенно модна. Сейчас от золотых и дорогих украшений молодежь переходит к более ярким и простым.
Ну, осталось добавить только, что именно модно бижутерия ашхабадская тоже, правильно? Ашхабадская, да. Очень. Какие ашхабадские наряды. Спасибо. Пожалуйста, жюри, подведем итоги. Так, участница под номером 1. Так, выше поднимите, я не вижу. 4, 5, 4, 3, 4. Пожалуйста, участница под номером 2. Пожалуйста. Так, пожалуйста, я здесь. Обратите внимание на мое платье. Это нарядное выходное платье. Посмотрите на его покрой. Как сейчас модно и как предложила эту модель наша фабрика. Занижена пройма рукава, занижена линия талии. Посмотрите на голову. Обратите внимание на головку. Рукава, которая называется бабушкин рукав. Декоративным добавлением к этому платью является бант, пожалуйста, который очень красиво украшает. Также из бижутерии я выбрала бусы, состоящие из различных цветов, которые также очень модны в наше время. Как я уже сказала, это праздничное выходное платье из хлопчатобумажной ткани. Так, пожалуйста, оценка жюри. 5, 4, 4, 4, 5. Пожалуйста, участница под номером 3. Так, пожалуйста. Пожалуйста. Швейная фабрика предлагает молодежный костюм, предназначенный для весенне-летнего сезона в нашем городе Ашхабаде. Костюм исполнен в молодежном стиле. Костюм из легкого шелка белого цвета. Черный. С черным. Костюм предлагается молодым девушкам, а также женщинам средних лет для гуляния в нашем первом парке. Ну, а теперь осталось прорекламировать этот парк, да? Да. Смело покупайте продукцию швейной фабрики. Хорошо, спасибо. Так, пожалуйста, оценка жюри. 4, 5, 4, 5, 4. Вы обратите внимание, какое у нас строгое жюри. Очень скупое на оценки. Это хорошо. Так, пожалуйста, номер 4. Предназначен для молодой деловой женщины, для повседневной работы. Этот, костюм
юбка с пиджаком, пиджак модного современного покроя, укороченный, обделан темными линиями, костюм горошек. Спасибо. Так, участница номер 4, пожалуйста, жюри. 4, 4, 4, 3, 4. Итак, последняя участница под номером 5, пожалуйста. Представляю модель швейной фабрики. Очень удобный костюм, особенно для нашей республики. Утром, когда вы выходите из дома, довольно-таки прохладно, и можно одеть накидку. А днем, в самый разгар жары, мы можем ее снять и будем себя прекрасно чувствовать. Костюм очень хорошо исполнен. Значит, вы видите, тут цветовая гамма очень хорошая. Значит, и бросается в глаза сочетание полосок. Значит, вертикальных и горизонтальных. Вот. Ну, ко всему этому может служить бижутерия в виде сережек и заколки сзади. Покупайте модели швейной фабрики. Они вам будут очень идти. Хорошо, спасибо. Номер 5. Пять, 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 пять. Так, внимание, жюри. Так, внимание, жюри. Спасибо, спасибо, товарищи. Так, внимание, жюри, вы можете сейчас подвести небольшой итог по баллам? Если не можете, сможете, да? Ну хорошо, после двух номеров, немножко позже. Так, дорогие друзья, мы продолжаем наш конкурс. Следующий конкурс носит название «Конкурс ведущих». Он будет проходить у нас в течение всего конкурса. Задача участниц каждый в течение вечера объявить красочно, интересно, наглядно один из номеров в исполнении артистов цирка. Ярко представляя жанр и самого артиста.